Ты чего такой смурной? Чего не кушаешь? Просто он стал один неплохой. Ну, а что случилось? Просто, да что-то не хочется. Ну, я вот не люблю, когда ты врешь. Давай, рассказывай своему старику, что случилось. Мне в саду утром возьмет. И что говорят? Что я определенный. Ну, это, милый мой, ничего не значит. Потому что родитель не тот, который родил, а который воспитал. Понимаешь? Поэтому не обращай на это никакого внимания. Пап, хорошо? Ты лучший. Ты тоже.